Доброе утро! Меня зовут Александр Кириенко, и сегодня я вас научу готовить чипсы. Это будут необычные чипсы, это будут полезные чипсы из тонкого армянского лаваша. Нам понадобится лаваш, чеснок, укроп, масло оливковое, перец. Берем лаваш, разрежем на кусочки, какие вам нравятся, какие вам удобно будет кушать. Например, мне будет удобнее вот так, вот такие вот. Раскладываем наш лаваш на противень и готовим начинку из чеснока. Нам его надо измельчить. Вы можете это все сделать на блендере, но мне больше нравится, когда ручной труд участвует. Перекладываем в мисочку, берем укроп, отрываем верхушечки, измельчаем. Измельчили, добавляем к чесноку соль, немножко перца, оливковое масло и перемешиваем все. Будем смазывать с кисточкой. Смазываем. Смазали. Теперь мы добавляем, есть у нас мелкотертый сыр пармезан. Если у кого-то профессия не позволяет с утра есть чеснок, можете его заменить просто на укроп и пармезан. И ставим в разогретую духовку на 5-7 минут. Все гениально просто. Вы можете экспериментировать, выкладывая на лаваш все, что вы захотите. Приятного аппетита!